Приветствую, дорогие ребята. Сегодня у нас распаковка вот этого прямоугольного синего пакета с надписью Nokia белым шрифтом. В прошлый раз мы распаковывали телефон Sony, коробка у него была плоская, а тут, как мы можем видеть, такой кубик, который оптимально поместился в этот пакет. Достаем коробку. Здесь находится колоночка. Колонка называется Nokia Play 360 градусов. Имеется в виду, что у нее звук как бы объемный. В принципе, я могу подтвердить, звук очень хорошо идет вокруг. Тут перечисление чего в коробке, чего она может, всякое такое. Сзади вот оно, тут описание, в том числе на русском языке. Всякие детальки. Одна защитная наклейка, которую можно хорошо так открыть. Тут вот так вот с таким смачным звуком оно все отдирается, чтобы вытащить этот ярлычок. Но сейчас вот еще вот тут снизу у нас, как всегда, сделано в Китае, хотя на ценнике было написано в Румынии, что меня в очередной раз задело, почему они нас обманывают. Очень еще смешно, при покупке этого устройства мы долго пытались найти белого цвета. С коробки они все вот с вот изображением белой колоночки. Кстати, изображение рельефное, все пупырышки выдавлены, все кнопочки тоже выдавлены, надпись тоже, и все вот это вот выдавлено, очень приятно на ощупь. Вот, пытались найти белого цвета, а они все коробки с изображением белого цвета, и только вот снизу написано white, но это мы уже дома разобрались. Итак, вскрываем. В принципе, можно здесь вскрыть, но не будем этого делать, потому что это чит, это для тех, кто ищет легкие пути. Мы легкие пути не ищем, поэтому делаем как есть. Вот этот ярлычок нужно заправить, вот этот вот открыть. Теперь вот так вот выдвигаем. Получаем такую картонную коробку, совершенно без опознавательных знаков. И здесь вот дверца. Та-дам! Вот оно, устройство нашей мечты. На этой части мы можем видеть, как оно подключается, какие у него есть всякие способы спаривания. Это первый раз с каким-то устройством, допустим, с мобильным телефоном. Это вот если можно менять устройство для подключения, там вы пришли домой, слушали, там себя на плече держали вместо бумбокса эту колонку, потом пришли домой, бац, подключили ноутбук точно так же, вот нажимая полсекунды эту кнопочку. Тут вот шикарный стереорежим, который мне в магазине попробовать не удалось, потому что все колонки у них разряженные были. Ай-яй-яй, какая жалость. Дальше вынимаем, что у нас здесь есть. Ставим, иначе не получится, и вынимаем. Почему не получится? Потому что, сейчас покажу. А не получится потому, что вот она колоночка, и у нее дно-то прорезиненное. Она очень приятная на ощупь. С ним колонка не скользит. Вот если поставить. Она вот не скользит. Это у нас табуретка просто шатается. Колонка в пленочке. Пленочка только бока закрывает. Сверху тканевая подложка такая. Тут вот надпись NFC. Да, ее видно. Кнопочки громкости. Скажу так, на ощупь совершенно шикарная. Ну, даже в пленке шикарно, но, конечно, шикарно я имею в виду без пленки. Потому что здесь у нас алюминий, здесь ткань, здесь пластик. И вот эта вот резина очень хорошая. Тут тоже так вот те же самые методы подключения, что и вот на коробке. Да, спасибо. Вот. Здесь гаечка, под ней скрывается аккумулятор. Развинчивать я пока не собираюсь. Ну, если хотите уж прям так, то можно в следующий раз и развинтить, показать. Это вот фазоинвертор, из которого действительно идет мощный выдув. Так, колонка. И вот маленькая коробочка, в которой находится все остальное. Прямоугольная. Тут, не знаю, наверное, папер. Наверное, плотность 20. Без понятия, что это значит. Не суть. Внутри у нас находится 4 элемента. Даже, по-моему, 5. Первый элемент – это что вынется первым, интересно. Наверное, чехол вынется первым, да. Первый элемент – это вот такой пакетик, в котором спрятан чехол. Давайте-ка мы посмотрим. Мне любопытно самому. Сейчас я буду его распаковывать. Вот. Чехол почему-то одинакового цвета для всех колонок, если я правильно понимаю. Хотя хотелось бы, конечно, для белого белый чехол, для черного черный. И для синего шикарный, кстати, цвет. Сначала синюю хотел. Синего синий чехол. Ну, получился вот такой. Ну-ка посмотрим. На ощупь он очень мощный. Он как костюм водолазный такой вот, знаете, плотный, тянущийся. И
И вот, о, даже с бирочкой Nokia тканевой. Ну-ка, посмотрим. Внутри вот такого цвета. Как это у нас выглядит? О, вот она. Так вот одевается. Брюки превращаются. Превращаются. И наконец-то. Во! Отлично. Так вот она выглядит. Здорово. Я причем подозреваю, что в таком видео вполне можно на улице использовать, переносить. Только что вот за вот эту штуку долго не потаскаешь. Это резинка достаточно толстая. Вот. Сниму теперь, чтобы можно было любоваться на колонку дальше. Снимается легче, конечно. Поймал. Чехол. Дальше у нас идет зарядное устройство. И не знаю, такое же ли оно у телефонов Nokia, но у колонки вот оно вот такое вот. Поближе, пожалуйста. Да, спасибо. Что у нас тут написано? 1200 миллиампер. Вроде как хорошая цифра. Со стандартным микро USB портом. Замечательно. Дальше у нас идет последняя составляющая электрическая. Это кабель 3,5 на 3,5, симметричный абсолютно. Папа, ай, упала. А вот здесь у нас пустая коробка. А вот здесь у нас пустой пакетик. А вот здесь у нас гарантия вот такая, а потом вот такая. Ну, дальше я не буду рассказывать, вы сами видите. Смешная гарантия. Мне ничего не заполнили. Сказали, гарантия по чеку полгода. Хотя покупал в фирменном магазине. Думал, гарантия будет хотя бы год. Но что-то как-то мало. Ну и, конечно, инструкция. Рекомендую тоже ее открыть. Она смешная. Смешная тем, что она как простыня. Как чертежи каких-нибудь подводных лодок. Очень большая. Ее можно стелить на стол вместо газеты для разделывания воблы. В принципе, хотя бы потому, что особо полезно в ней ничего не содержится. Что там вам показывал, я даже не вижу. Вот, можно вот посмотреть. Вот здесь вот у нас вот начало. Тут рисунок то, что есть. Вот оно, какие циферки. Теперь пониже смотрим, пониже. Начинается русский вот. Я думал, а как же смотреть, в каком порядке? Оказывается, надо смотреть слева направо. А потом опять вниз и налево. Вот все. Вот это вот мы, значит, посмотрели основной состав. Теперь мы смотрим на колоночку, пока я складываю бумажечки. И скажу вам такую штуку. Я попробовал подключать ноутбуку к телефону. Телефону пробовал к своему Sony через NFC. Пока не получилось, я не понял почему. Он его даже не видит, хотя вроде как чип видит, включается, но не подключается. А сейчас, пожалуй, что все. В общем, рекомендую изучить это устройство за свою цену. Оно совершенно замечательное. Кажется, на этом все. А пленку снять, вот мне подсказывают. Сейчас я тогда так и поступлю. Я специально для вас, дорогие телезрители, не стал снимать пленку, когда его раскрыл для первой пробы. А сейчас я пленку действительно сниму. А, как это классно! Отдирать упаковку впервые. Ох, какой приятный на ощупь холодящий алюминий. Вот. Вот такая замечательная колонка. Включается со смешным звуком. Сзади. Кстати, да, я не показал. Вот сзади интерфейс. Кнопочка включения, зарядка и для джека. Включаем. Сейчас я продемонстрирую. Так, где там? Вот, соответственно. И вот такой вот звук она издает. А чтобы спарить ее с чем-нибудь, нужно нажать и подержать вот эту кнопочку. 3 секундочки. Теперь она находится в режиме поиска чего-нибудь. Но чего-нибудь у меня сейчас в 3 метрах от меня, поэтому я не буду вам показывать. Но я могу вам показать, если вы очень захотите. На этом все. Спасибо за внимание. Кошки будут в другой раз. До свидания.